Ночная жизнь — это когда люди знакомятся друг с другом, радуются жизни, слушают музыку. Улучшают демографию. Мы окунаемся в этот ночной мир, чтобы найти там человека, с которым хотелось бы просыпаться по утрам всю оставшуюся жизнь. Вы так все рассказываете, что мне даже самому захотелось снова окунуться в эту ночную жизнь. Найти тычинку для своего пестика. Пощекотать своего петушка. Ночная жизнь. Ты всегда так ходишь? Нет. А ты? Один идиот ткнул мне коктейльным зонтиком в глаз. Это диетическая Ниагара без сахара. Попробуй. Твою ж налево. А меня друг в глаз поцеловал. Братишка! Черт! Что так щипит? Тайский ресторан, все острое, прости. От создателей «Мужчины в большом городе» и «Добро пожаловать в Германию». Можно пригласить тебя на свидание? У меня негативный опыт встреч с такими парнями, как ты. А что я за парень? Любящий ночную жизнь. От них сплошной стресс. Это все предрассудки. Стресса не будет. Слушай, я тут так попал. Полная жопа. Где Рэнсон? А его здесь нет. Короче, у тебя одна ночь. Завтра в полдень дедлайн. И акцент на слове dead. Придется валить из Берлина. Надо залечь на дно. Я не могу. У меня свидание. Это очень важное свидание, ясно? Тебя наверняка ждет что-то супер романтическое. У меня предчувствие. Бежим! У меня есть классный план. Да, Санни. Все хорошо? Одно свидание. Чудесно выглядишь. Случилось что-нибудь? Одна ночь. Мы утонем! Когда может случиться все, что угодно. Ночная жизнь. Все, я ухожу домой. Одна. Это что, из-за меня? Хотите, я могу отойти на пару метров? Общайтесь, проводите ваше свидание, я вам не мешаю. Представьте, что меня нет. Скоро